Итак, дорогие мои зрители, мы дальше продолжаем с вами изучать замечательный остров-заповедник посреди Средиземного моря, остров Менорка. Вот смотрите, какие интересные дороги здесь на острове. Я больше такого нигде не встречал. Слева и справа огромные заборы из камней. А за этими заборами располагаются огороды, пастбища для всяких животных, вот для таких милых осликов и шачков. Мы прибыли на парковку. Адрес GPS-парковки я вам указал в самом начале фильма, посмотрите в титрах. Впереди шли англичане. Их сразу можно было узнать по шляпе и испуганному виду, потому что, увидев нас, они крикнули: «Ой, вы новички?» Говорим мы им: «Нет, мы не новички, мы уже старые путешественники». Они успокоились и после этого уже от нас не убегали. А мы быстро бежим к морю. До моря от парковки примерно 1 километр. Ну, по такой дорожке можно идти не только километр, а можно 5 километров идти. Получать колоссальное удовольствие. Поют птички. Пахнет очень вкусно. Вот такие вот парусники, яхты, которые бродят вокруг острова Менорка и радуют меня как фотографа, пейзажиста. Когда видишь такие парусники, можно закрыть глаза, открыть, представить, что парус красного цвета, и почувствовать себя... А солью. Может, перца? Что за соль? Какая соль? Из алой паруса Грина. А, ты книжки читаешь? Да. Ну ладно. Ну это в детстве. Ну вот мы пришли на этот пляж, и вы знаете, вот за что мы любим не сезон? За то, что... Людей нету практически никого. И мы начали купаться, и последние люди разошлись, англичане на всякий случай убежали, вот, мало ли что здесь как и... Вот, и мы остались практически одни. Вон там какая-то пара немножко пофотографировалась, вот убежала. Какое-то создание милое вокруг меня плавало. Да, прибежала познакомиться, и я предполагаю, что это разведчик. Это подводная лодка-разведчик, которая пришла понюхать, определить, как, что тут у нас обстановка. Обстановка у нас была замечательная, романтическая. Ой, я хулиганка! Я поплыл один, на пляже никого не было. Я решил немножко понудировать. И что сделала Алла Кошка? Она говорит: хочу тебе рейтинг поднять. Вот он, разведчик. Плавает, да? Разведчик, он и меня пришел поразведывать. А Алла говорит: я, говорит, тебя рейтинг подниму. Я говорю: не знаю, что ты меня там поднимешь. Вот. Или опустишь. Или опустишь, да. Но так как монтирую фильм я, поэтому я принял все меры безопасности, а вдруг этот фильм смотрят слабонервные женщины или дети. Вот, поэтому пришлось применить меры... Как это называется? Безопасности, чтобы. Не, ну пляж, конечно, мы этот рекомендуем, потому что на самом деле он хороший. Я не знаю, что там летом бывает. Конечно, там, наверное, летом очень много народу, но не в сезон. Это просто идеально. Особенно осенью. За что мы любим осень? И мы практически каждую осень, если вы посмотрите наши путешествия, каждую осень мы обязательно куда-нибудь едем на пляжи, на море. Ну, некоторые нас критикуют, что, мол, вода уже холодная, воздух там не такой теплый. Ну, вы знаете, по сравнению с Москвой, Сибирью, очень даже тепло. Воздух примерно градусов 25-23, а вода, ну, что-то близко к этому, зато никого. А вот какие корни. Вот да, какие и можно насладиться вот такими корнями, а корни как сказочные. Вот, честно говоря, подходишь, протягиваешь руку, и даже немножко страшно, потому что такое ощущение, что они живые. Мы со слезами на глазах попрощались с этим замечательным пляжем и отправились путешествовать дальше. Не уходите далеко, наше путешествие по острову Менорка продолжается. А куда мы едем, не скажу.